Всем привет! Меня зовут Оскар Ильясов, и я сыграл главную роль в сериале о ВИЧ-эпидемии «Нулевой пациент». И сегодня я развею 5 самых популярных мифов о ВИЧ. Самый популярный и, на мой взгляд, самый опасный миф – это миф о том, что человек с ВИЧ обречен на смерть. Это не так. Жить долго людям с ВИЧ помогают современные лекарства, и это всего одна таблетка в день. А жить открыто и счастливо им можем помочь мы, зная и распространяя всю информацию об этом вирусе. Все просто.